В ситуации с общественным транспортом без значительных перемен жалоб меньше не становится, хотя первые результаты проделанной работы все же есть. В Одинцовский филиал Мострансавто трудоустроились 15 новых водителей. За такой короткий промежуток времени результат хороший. В Одинцово необходим порядка 60 водителей, конкретно плюс на базу Одинцова. В Звенигороде порядка 20 человек. Средства массовой информации, кадровые агентства, различные программы, в том числе «Приведи друга». Все эти меры показали свою эффективность. Они будут приниматься и в дальнейшем. Пока мы фиксируем, что за две недели компания «Мострансавт» в плюсовом балансе плюс 13 человек. 15 пришло, двое уволились. И нам с вами эти темпы терять ни в коем случае нельзя. В две недели примерно на 15-20 человек мы тоже должны выходить. Кадры решают многое, не все. Для того, чтобы транспортная проблема осталась в прошлом, необходимо также пополнить автопарк Мострансавто примерно на 100 единиц. И здесь тоже есть подвижки. Уже приобретено почти 1300 автобусов на все Подмосковье. Дополнительно до конца года поступит еще 126. Сколько из них будет колесить по дорогам Одинцовского округа, решат в ближайшее время. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».